Итак, вот я нацепил уже специальную ручку. Так, заказал на том же самом магазине, что всегда, Pilaprom.ua. И мы сейчас с Алиской покажем вам нюансы. Вот. Значит, что? Смотрите, тут есть два компонента. Первый, сама именно ручка. Так, вот так держать и вот так держать. Так, конечно, уже так высоко не достанешь, плюс мешает. И второй компонент, вот этот. Так, пускач со всем приводом. Так. Значит, тут два варианта. Или цепляется вот такая специальная ручка отдельная. Это все снимается. Она имеет сквозную дыру. Так, надевается с конца, снимается насадка. Надевается с конца. Здесь зажимается винтиками. Вот, и уже отдельно эта ручка. Или как вариант, можно сделать так. Эту ручку надеть. Эту оставить здесь. Так, чтобы не снимать здесь это все. Хоть это и недолго, но все-таки. Вот, здесь винтики развинтить и продвинуть ее вот сюда. Тогда она будет вот так висеть. Тоже, в принципе, места особо занимать не будет, чуть-чуть только шире этой. А пуск, и это все останется то же самое. То есть будет фактически две ручки висеть. Здесь прикручена, вот, вот так она будет прикручена. И две, так? Еще этот вариант хорош, что можно, если иногда используешь то-то, то это, так, то можно вот так вот с двумя ручками, собственно, и жить. Так, они будут прицеплены. Так, это уже я пододвинул ее. Это будет прицеплено, и это. Она себе не мешает. Естественно, это уже не нужно. И когда надо, чуть-чуть развинтил, пододвинул, эту отставил. Попилил, выдвинул, опять поставил то же самое положение. Это как вариант. Если же чаще будешь пользоваться этим, или это надолго, так, тогда лучше цеплять вот такую отдельную ручку. Здесь все, черный белый проводок цепляется. Здесь единственное, что меня немножко удивило, нет такого регулировочного винтика, который вертится. Я нацепил, посмотрел, что немножко натяжение слабовато, и просто взял себе гаечку свою, нашел и поставил гаечку. Ручка эта имеет свои плюсы, тем, что здесь есть ограничитель скорости, чего нет в типичной ручке. Вот. Ну и, соответственно, газ, пуск, стоп, включение, все как в обычном. Ну, а вот эта ручка чем хороша? Тем, что она довольно-таки плотненько держится. Она на одну руку, это достанешь намного выше, достанешь, чем обычно. Вот, и в ней внутри есть резинка. Вот на всех, когда знаете, кто лучше так бы делает. Хорошая такая резинка надевается, а потом заполняет ее ручка. Ну, еще как вариант, чтобы вот эту туда-сюда не надевать, не таскать с собой ключей. Вот, я бы советовал купить, такая есть профессиональная ручка. Специальная, когда одной ручкой открутил и сразу все эти винтики сразу разошлись, зажал, снял, тоже для скорости хорошо. Ну а эту, ну, если часто работать, тогда желательно и эту. Для удобства она хороша. Ну и если попробовать завести. Смотрите теперь, на какую высоту оно поднимается. Если еще подойдем к дереву, сейчас примерно пилить я его не буду. Это соседское свое, уже давно все распилил. То посмотрите, вот, ну, практически любой из этих ветвей, любую можно отсюда достать. И даже гораздо выше, вот, с такой ручкой. А если вот так держать, уже так не достанешь, и плюс она мешает. Вот, выхлоп идет справа, поэтому ручку держим левой рукой здесь или здесь. Это правой, выхлоп идет справа, не мешает. Вот такая вот удобная вещь. Всем советую, кто хочет пользоваться сучкорезом. И в данном случае уже бензопилу оно никак не заменит. Так? Что бензопила? Она маленькая. Надо лезть к веткам туда и пилить именно уже на самом дереве. А вот эта вещь, так, это уже для такой работы гораздо лучше, чем бензопила. Все. Все я рассказал. До свидания.